Да, друзья мои, я не знаю, кому взбрела в голову идеальная вот эта уникальная идея, увеличить количество бордюров. Вот, наверное, для того, чтобы превратить вот этот вот мини-сад в неприступную крепость. Шучу, конечно, но тем не менее, двойные бордюры, шикарные бордюры. Тут, правда, до этого были хорошие бордюры, но разве, вот видите, как заботятся о растениях, все подпилили, ну, о деревьях, вот. Но, очевидно, это была очень нужная задача, это архинужная задача была. Все забордюрить, сделать двойной бордюр, вот, заодно раскопать, кстати говоря. Вот к чести этих людей, они очень удачно выбрали время, поскольку многие обыватели срулили на даче, поэтому вот это бордюривание происходит, скажем так, с наименьшим дискомфортом. То есть оперативно, вот впереди еще, как грибы, эти запасы бордюров. Ну, а вот к остановке сейчас ведет такая вот тропа из песка. Вот. И помните, как в фильме ДМБ, что мы побеждаем противника, когда за ночь меняем ландшафт. Вот. Ну, такая фраза была, да, забавная. Так вот, городские жители, которые приедут и увидят вот это, вот, я думаю, не очень сильно удивятся. А что? Уехал с чистого двора, приехал, все, знаете, там, раскурочено и двойные бордюры. Шикарно. Вопрос только, где теперь парковаться будет. Но надеюсь, они успеют это сделать. Свои работы завершить до того, как люди начнут возвращаться с майских праздников.